сейчас только утром вышла и увидела, что у меня тут ЗЧП. Это мышкина вчера бежала за кошкой. Вот. Вот я не знаю, отойдет, не отойдет. Вот сломанный, ну может быть отойдет. Цветок. Вот полностью сломана кукуруза. Это вырвано с корнем. Честно, меня это уже все подзаколебало. Я очень расстроена, потому что, блин, работаешь, работаешь, устаешь, просто побежали, просто, блин, за меня слов нет. Мне обидно до слез просто. Понимаю, что все-таки кукуруза и все такое. Сегодня буду опять какие-то загорошки делать. Мне это просто неудобно, все эти загорошки, потому что я потом не могу нормально прополоть, зайти сюда, понимаете? Там-то вот тоже у меня были загорошки. Вот он, человек сидит. Мирослав. Мирославчик, сыночек. Сейчас прохладно с утра. Здесь у меня тоже были загорошки, но я убрала их. Вот, походу, нужно опять все делать. Потому что, ну, я останусь без урожая, честное слово. Эта кукуруза росла 2 месяца, чтобы вот просто взять и сломать. Сейчас Слава проснется, я буду с ним разговаривать, чтобы это все... Я все понимаю, собака, но, блин, нужно как-то тогда загораживать. Она так-то не ходит туда, она понимает. Но когда она видит кошку, все. Все. На этом все заканчивается. А мне жалко свой труд. Больше, чем что-либо. Так, ну что, руколу сейчас срезала по советам наших подписчиков. Вот, срезаю нормально, быстренько так нарастает. А вот с шпинатом мы, конечно, опоздали, но пусть уже будут семена. Шпинат у меня есть еще один рядок. Вот, кстати, не знаю, Юля вот писала, точнее, в своем видео говорила, что шпинат уже поздно. А напишите мне, пожалуйста, что есть какие-то ограничения. Мне казалось, сади хоть все лето его. Ну вот я, например, позже посадила еще, целый ряд зашел. Посмотрите, какой мангольд после дождя. Отошел, курицы же его клевали. Вообще супер. Вот мы вчера, кстати, первый раз попробовали со Славой его. Вот, классный. Вот тут прям яркий такой желтый. Посмотрите, какой. Видите? Вот. Слава говорит, я думала, это вообще свекла. Я говорю, ну, конечно, Слава. Вот, единственное, что я близко посадила, не знала, к морковке. В следующий раз нужно подальше. Вообще, что сюда пришла? Что сюда пришла? Я пришла вообще вырвать всю редиску. Мы сегодня решили это все вырвать. Вот, потому что она уже залезла на петрушку, эта редиска. Вот. И здесь я посажу вот такой вот зеленый лучок. После дождя сколько травы, 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 травы. Я ее вообще не успела. Там возле винограда вообще пипец, короче. Так что я ее решила без разбора. Всю прям вот так вырывать. Видите, где-то большая, где-то маленькая. Вот. Честно, наелись. Не хочется ее уже вообще. Может быть, пройдет время, захочется. Но сейчас как-то... Сейчас на завтрак сварили молодую картошечку. Вот у нас картошка уже по 50-60 рублей молодая. Это вообще мелочь. И сделали такое... Баклажаны, кабачки и перец сушили, как сате. Ой, супер, я говорю. Потому что уже хочется такого чего-то. Но я все смеюсь и вспоминаю, как Света мне написала. Людям всегда хочется того, чего у них нет. Я говорю, точно. Вот это как раз мой случай. Так, как же туда залезть в такое болото? Густо оно у меня, конечно, посажено. Где-то, вот видите, крупное, где не хватало. Прям мелочь. Такие разные. Ну, уже всю хочу убрать. Все. Я ее так прорывала. Хочу полностью убрать. Вот куст картошки, пожалуйста. Почему? Почему бы и нет? Вот так. А что здесь? Здесь тоже мангольд. Вот, посмотрите, шпинат. Нормально он себя чувствует. Посажен, ну, недели 2 назад, наверное. Может быть, 3. Нормально. Сейчас прорву и будет молоденький мне шпинат. Базилик. Почему-то зеленый хуже, а вот именно фиолетовый хорошо. Вот. И что, из всех кукуруз, сколько я там садила, выросло что-то одно.
Так, у вас снова какие-то вопросы ко мне, молодой человек? Что, кроме как солнце светит, что еще вас не устраивает? Давай как-нибудь. У меня опять грязные руки. И опять я трогаю эту коляску. Да? Чудо-юдо. Вот. Крест-салат из колобольши садить не буду. Я его прям весь сейчас вырву. Вот. Он очень быстро растет. И мы его прям уже, ну, поднаелись. Я его курам. Куры его очень любят. У меня после этих семян крест-салата, честно. Ой, еще Сочи. Очень много. Кушайте. Ой, ой, запоздалый экспресс. Ой, 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 ой. Все, пусть сидят. Вот, поэтому как бы земли-то хватает. Ну, ничего страшного. Курам тоже нужно кушать. Вот, тем более, что у нас сейчас травы нет для них. Я вот выдираю вот так вот и даю. Вот, ну, мы наелись. Нам как бы уже много не нужно такого. У нас траватый. Слава вообще его не особо любит. Мы с Мишелем, конечно, едим, но это нам много. Вот я смотрю, папа их убирал, эти детки, деток. Они опять есть. Хотя, смотрю, в группе их даже продают. Их даже продают. Так, лист салата тоже нужно уже весь срезать. Ну вот почему-то горчит. Не знаю, кто вот знает какой-то лист салата, который не горчит. Ну, кроме кучерявца одесского и лолоросы. Это у меня есть. Лолороса, лолобьонда, кучерявец одесский, это есть. Вот что-то еще хочется такое. Вот. Не знаю. Вот. Кучерявец одесский самый вкусный. Не знаю. Лолоросы тоже вкусненькие. Но они у меня опять залезли все на петрушку. Чего вам так не уймется? У меня маловато петрушки. Она у меня что-то никак не начнет. Куда ты вот вылазишь? Ну, у меня, посмотри, какие руки грязные. Сейчас как тебя буду доставать? Ты сейчас будешь падать. Так. Ладно. Я так поняла, что я сегодня буду долго всем этим заниматься. С такими перерывами, говорю, я буду долго сегодня заниматься. А я еще не монтировала видео, а собиралась я вообще-то в недавнем прошлом, да, я собиралась снимать, а вечером монтировать, чтобы сразу выкладывать, не откладывать. Вот я вчера сняла, и ничего не сделала. Вот, потом думаю, ладно, утречком встану и сделаю. В итоге утречком побежала Мирославу суп готовить, нам готовит сате, тут картошка, суп сгорел. Фу, по новой готовить, пока покушали, все, благо Слава хоть посуду помыл, мне хотя бы это надо делать. Ну, сейчас там уже постирала стирку, нужно идти развесить стирку. Вот. Потом он мне предлагает, если ты хочешь, ты можешь поспать, пока он будет спать. Я говорю, ага, точно. Он говорит, ну а что, на огород пойдешь? Я говорю, конечно, пойду. На огород надо идти. Надо идти на огород. Там работы, непочатый край. Сейчас пойду посмотрю клубнику, что там. Посмотрю помидоры. Помидоры сегодня нужно подвязать, потому что после такого дождя все, что не подвязаны были, я думаю, им не особо хорошо. Вот. Так что такие вот дела. И что-то придумать с забором. Сейчас покажу. Так, я тут такой водитель. Вот Слава придумал банку поставить, говорит, может быть, корни пойдут. Ну, я не знаю, если честно. Пойдут, не пойдут. Посмотрим. Кстати, эти нужно посадить. Папа вчера спрашивал. Показать. Сейчас покажу. Посмотрите. Вот. Ну, уже корни. Вот. Ну, дойдут мои руки до этого. Здесь я сегодня что-то думала, как, но пока ничего не придумала. Слава говорит, надо покупать заборы, ставить нормальный забор, что ты начинаешь пить эту сетку. Вот. Ну что, потому что мне жалко. Я два раза садила здесь эту кукурузу. Два раза. Это все, что из этого выросло. Вот. Капуста, видите? Ее куры два раза клевали нашествием куриным своим. Но она выросла. Ее нужно подсыпать. Вот. Так что
Этот цветок себя нормально чувствует. Посмотрим. Этот цветок тоже себя нормально чувствует, да? Цветок. А, цветок, держи. Твое? На. Ух ты! Твоя сосочка? Да, Мирославчик. Спать будешь, а? Чудик-юдик. Давай спать. Давай. А что ж такого смешного? Что? Спать сказала быстро. Быстро спать. Ладно, буду качать. Катать, возить. Время час дня. У нас у всех сонный час. Я не могу, например, уснуть. Не могу я лечь спать. Сейчас села, смонтировала вам видос за вчера. Вот. Немножко поотвечала на вопросы в WhatsApp по товарам. И иду на огород. Вот не знаю, как научиться так жить, чтобы на все было пофиг. Вот честно, минутка откровения, знаете. Я, например, не могу лечь сейчас спать, когда вот на огороде столько работ. Вчера уже до смешного дошло, когда я монтировала видео. Я ему говорю, ну, Слав, ты хоть посмотри, говорю. У нас там кабачок, там, Слав, там это. То есть, не знаю, честно, вот честно, откровенно говоря, если бы я знала, что ему настолько это неинтересно, я бы не садила столько. Потому что я реально не вывожу. Ну вот не вывожу я. Вот. Ему не нравится все это. То есть он не получает удовольствия. Сказать, что я получаю такое большое удовольствие, прям впахивать, наверное, мне бы хватило в раз пять меньше. Ой. Так, мне еще нужно будет прорвать как-то морковку эту, да? Вот хорошо, что после дождя она лежит у нас на покрытии. Видите, у меня где... Стаканчики были без дырок. Вот где Слава сделал дырки, там хорошо. А без дырок вода набралась. Ой, какая красавица. Посмотрите, какая. Вот. Это та, что с колючкой. Я колючку так и не убрала. Кстати, вот здесь дырка есть, а он почему-то тоже набранный. А он вообще без этой. Это вчера был, видно, такой дождь. Кстати, да, спасибо, кто мне там писал, что вот эти усики нужно обрывать. Я вроде бы везде старалась поубирать следующий. Как вот идет. Мне сейчас без ножниц. Но, видать, где-то пропустила. Вот. А так старалась, конечно, убирать. Вот. Это особо сильно и размножать не хочу. Мне этот сорт не особо понравился. Хоть она и ремонтантная. Не то. Не то. Это гораздо лучше. Так. Ну, что я вам хочу сказать. Уже есть чем похвастаться. Вот. Наши кабачочки. Но это еще не все. Посмотрите, не самый большой куст. Блин, у меня руки уже грязные. Так. Посмотрите, кабачок. Уже прям кабачок. И вот еще один кабачок. Вот. Вот смотрите. Раз, два, три. Вот он, четыре. В общем, здесь уже пять штук. На этом маленьком. Так, там тоже цветет. Ну, в общем, кабачки все. Я вот смотрю на эту абрикосу, она гораздо мельче. Вот, хотя цвели они все в одно время. Мне кажется, сам сорт будет другой. Так, ну что я хочу сказать по поводу ячменя. Как сидират, я не знаю, я бы не сказала, что он прям хорошо работает. Вот, потому что он должен был якобы забить весь сорняк. Но, как я вижу, растет ячмень, а между ними сорняк. То есть... Не знаю, конечно, как бы без него было. Вот такой ливень был, что вот, смотрите, какие грязные огурцы стоят. Нужно, кстати, их уже чем-то удобрить. Может, даже тоже гуматом. Вот. И не знаю. Напишите мне в комментариях, все ли подвязывают огурцы. Если я не буду подвязывать. А как раньше, по старинке, они будут просто по земле плестись. Возможно ли это? Если я замульчирую, чтобы они полностью вот мульчой покрыть,
И на мульче, чтобы они лежали, чтобы на земле. Возможен ли такой вариант? Или только надо подвязывать? Если подвязывать, тогда, наверное, вот так два ряда делать. Один ряд и второй ряд. Просто в следующем году, если, думаю, только подвязывать, тогда их нужно садить так же, как помидоры, вот так рядами. И подвязывать тогда как-то. Вообще столько мороки с этим всем. Вот, все, только прорывало. Все в траве. Так, идем дальше. Где мне там мама говорила, дерево растет, яблони. Ой, ближе к забору. Сюда, что ли? Вот это, что ли, яблони? Вот это одно. Это что, нужно поубирать? Это такая чаморошная яблоня? Вот такая? Не пойму. Или, может, где-то я еще видела. Я вообще сказала, что я это нечаянно вырвала. Но нет, я не вырывала это. Ой, ну классно, под такими кустами уже, в принципе, они сами себя затеняют. Ну и что вы мне скажете, мама? Я не знаю больше никаких яблок. Вот здесь, с пенечка. В общем, не вижу. Вот что случилось с моей этой кинзой. Я не успела ее убрать. Теперь не знаю. Но я, наверное, все равно ее сорву, посушу. Вот, а посажу новенькую еще. А, или вот это. Короче, у меня такой огородник. Что это? Вот это что ли яблони? Это не яблони, это вообще какой-то топинамбур, наверное. Нет, топинамбур. В общем, не знаю. Фундук вижу только в колесах, потому что посажен. Как опять в рост пошло все, а? Нет, все-таки топинамбур я буду убирать, потому что вот так вот он мне в середине, он мне здесь не нужен. У меня там топинамбура очень много. А здесь он мне не нужен. Я потом его не выведу. Ладно. Пошла, а то Мирославчик спит. Сыночек наш. В общем, не разобралась. Я все равно ничего с этими яблонями. Где яблони? Какая яблони? Деревце подрезанное. Вот и это, что ли? По-моему, Мирославка проснулся. Ладно, все, я побежала, ребятушки. А все, ты за границей, Мирослав. Капкан попал? И как? И никак, да? Эй, у нас какие отделы махровые такие. Дворовые они у нас. Да? И пусто бегает. Так, ну что, я всю редиску перемыла сейчас. Ой, даже салатик съели. Вот. Сейчас все-таки хочу здесь, что успею, сделаю. Вот. Туда на огород не пойду. Все, устала сегодня, не могу, ничего не хочу. Вот. Пусть подсыхает. Завтра пойду, ужаснусь, что там творится. Завтра там наведу порядок. Сегодня ничего не хочу. Сейчас клапчик, этот клапчик доделаю. И все. Пойду за компьютер. Там. Надо заказы попринимать. На вопросы поотвечать. Ой, это желтый. Да и все. Да и все. Жарко сегодня. Вчера так хорошо было, уже прохладненько. Сегодня жара. А я что-то вчера, по-моему, подстыла. Не пойму, что у меня как-то нос гундос. Потому что я вчера в холодной воде купалась. А вчера не очень жарко было. А кто там хочет упасть? Чудо. Это ему надо за шлангом. А я не хочу, потому что острая вот эта вот мангал. Типа. Поэтому я его туда не пускаю. Да? Мирославчик. Не пускают? Ну да, тут он угол, видишь какой? Остро. Кто кушал там? Кто грязнулька? А? Ты грязнулька? Да. А уже не будем переодевать, уже переоденем спать, да? Мирослав? Да. А что ты кушал? Мирославчик, расскажи, что кушал? А? Яйцо пробовал кушать? Да ему все.
Гульки, да, гульки. Что там? Папу увидел, нет? Ты папу увидел? Что? Что крякаешь? Та, которая говорила сегодня, ничего не буду делать. Все. Вот. Все. Отрыла. Там мангольд мой затоптанный. Это Лола Росса. Вот кое-где почему-то зеленый не взошел. Базилик. А этот фиолетовый взошел. Вот у меня шпинат какой. Юрашка, если будешь смотреть. Вот оно. Это вот у меня свободное место. Хочу посадить здесь лучок зеленый. Вот. А вот тут у меня квадратик такой вот пустой. Хочу все-таки мяты. Почему-то у меня не получилось мяту посадить. Если есть какие-то советы, давайте. Вот. В общем, эту часть я огорода, можно сказать, привела в порядок. Посмотрим, что дальше. Еще у меня щавель. Щавель так себе. Ой, мне аж страшно. Что-то оно так быстро все растет. Я не успеваю закрывать. Опять придется его. Зато горох почему-то вообще не наливается. Вот он вроде смотришь, вроде бы полное, а начинаешь щупать не очень. Кто выкинул сосу? А? Мирослав. Ты? Все? Не будет соски? Смотри только, чтобы он в экран не смотрел. Чего? Ну, ему нельзя смотреть телефон. Так он уже давным-давно его смотрел. Не смотрел? Смотрел. Кто давал? Я. Ты даешь ему телефон смотреть? Да. Не, нельзя. Чему? Кухню смотрели вместе? Да. Нельзя. Чему? Ну, потому что он маленький, Мишель. Не надо. Хватит мне одного уже. Да. Это я вот сегодня от курей выгребала. Вечером будем сюда все выносить. Вот два пакета мусора. Вот эту проволоку все выгребала. Перец, в общем, вот там стоит. Одинешенько. Мышки найдешь? Мышка боится теперь заходить сюда. Пойдем. Мышка, пошли, пошли, пошли. Не хочет. Короче, вообще сюда не ходит. Все. На, не... поссорилась с курями. И все, теперь не ходит. У меня, короче, батарея заканчивается уже. Садится. А я вышла. О, помидоры подвозать. Догавкалась называется. Вот. Сделали мне еще палки. Я нарвала веревки. Ну а что? Что до смешного доходит? Ну жалко мне их. Ну вот посмотрите. Вот он лежит. Но он не встанет сам. Его нужно сейчас привязать. Вот, видите? Вот. Но он-то лежит. Что он встанет? Никуда он не встанет. В общем. Такие дела. Мои капусты какие красавицы. Вот. Так. Что-то они у меня скручиваются в трубочку. А ну-ка, садоводы-любители, подскажите. Из-за недостатка влаги я читала. Но не может быть, что им не хватает влаги. Мы их очень хорошо поливаем. Что еще может быть? Чем побрызгать? Странно. Так, ну что, подвязала, насколько мне хватило. Вот. На какие-то палки вообще по два вязала. Все, я пошла. Все, мне все бегом, все галопом. Там уже Мирославка плачет. Убежала я.